Позвонили волонтеры на горячую линию, сообщили о том, что нашли на обочине по окружной трассе собаку сбитую. Предположение первое было, что ее сбила машина. Уже в процессе обследования было выяснено, что Айна достаточно взрослая собака, и как у многих собак этой породы овчарка, у нее возникли проблемы с суставами задних конечностей. Лечение и сейчас продолжается, поддерживающие витамины для суставов, для костей. Вот, они будут даваться еще достаточно долгий промежуток времени. Вот мы очень надеемся, что Айна начнет ходить, потому что предпосылки к тому, что она будет сама передвигаться всеми четырьмя конечностями, есть. У нее есть коляска. Как всегда, наши волонтеры пришли нам на помощь, и как в первой истории с нашей собакой Стивеном, они нам подарили коляску для Айны. Еще идут доработки, но вскоре это будет совершенная машина, которая поможет обеспечить жизнедеятельность Айны на 100%. Ее уже сейчас можно брать в новую семью. Собака настолько контактная и социальная, она просто душка, она душа компании, она зажжет ваши семьи счастьем, радостью, особенно к Новому году. Она радостная и для молодой семьи, веселая, активная для семьи с детьми. Она не проявляет агрессии, она настолько контактная, что коты ее лучшие друзья, даже скажем так. То есть если вы кошатник и у вас дома есть другое животное, Айна будет прекрасным другом для этого животного. Коты на ней спят, она их облизывает, она им сочувствует, она им сопереживает, они вместе общаются. То есть, ну, прекрасная собака, я считаю, что она универсальная, она подойдет для любой семьи.